Для любителей встречать Новый год живой, а не с пластиковой елкой или сосной, в Сергиевом Посаде открыли специальные базары. Для них выделили несколько мест. Основные – у ДК Гагарина, на Воробьевке и на Угличе. Елки на Сергиево-Посадских базарах отечественные – из Пермской, Владимирской и Московской областей. По словам продавцов, чаще берут сосны. Они хоть и дороже, но наряжать удобнее. Андрей Яковлев продает елки у ДК Гагарина уже 15 лет. Говорит, что спрос на живые деревья, несмотря на обилие искусственных, не падает. У себя дома Андрей всегда ставит только натуральную елку и букетики из лапника. Большой популярностью еловые веточки пользуются пенсионеров. Стоят недорого – около 200 рублей. Часто клиенты интересуются, долго ли простоит елочка. Новый год она продержится, ну и дальше. Ей специальные компоненты добавляются. Тоже аспирин перемешивается с водой, заливается. И ну как, все равно любое дерево требует воды, влажности. То есть постоянно нужно добавлять воды. А как вот лучше? Ну, кто-то говорит, в песок ставить, кто-то говорит, в воду. Как это делается? По-разному. Некоторые ставят в песок также с добавлением воды, чтобы от песка тоже влажность идет и много влажности. Средняя цена на елку в Сергиевом Посаде от 500 до 700 рублей за метр. На сосну около 2000 рублей за деревце. Елочные базары в Посаде будут работать до 31 декабря, с 10 утра до 10 вечера. Так что встретить Новый год с запахом хвои сможет каждый желающий. Алина Ромашкина, Евгений Шевченко. События.